Будь готовым, завсёды готовы. 100 детей из всей Гомельской области пополнили сегодня ряды пионеров. Сегодня, как и 10 годы тому, дети жадают долучиться не просто до пионерского руху, жадают стать часткой великого коллектива однодумцев, разом достигать новых вышинь и открывать новые горизонты. Я хочу, чтобы мной гордились мои родители, мой учитель, мои друзья и одноклассники. Для меня это такой праздничный торжественный день. Я немного волнуюсь, а так все хорошо. В нашей организации новый устав, новые законы, но традиции всегда остаются теми, которые были, да, скажем так, как 100 лет назад, так и сейчас. Сейчас пионер – это в первую очередь креативный, современный, стильный, модный, потому что пионер – это вообще модно сейчас. Это тот, который идет вперед, ведет за собой, да, лидер. Мы растим лидеров, да, которые впоследствии прославят нашу родину. 19 мая краина отзначит 100-годие пионерского руху. За этот час статут организации заховал основное положение – оказывать допомогу усім, кому она потребна, быть прикладом для одногодков.